так начинается мое рабочее утро, без прикрас, без макияжа, в маске, в работе, с чаем, с Дарси. В общем, вы хотели узнать о моей жизни? Вы не узнаете. Сегодня у нас тоже будет влог, и сегодня у нас тоже много дел, как и в прошлом влоге. Утром он начинается вот так, вот я себе делаю маску, покажу вам, кстати, маску. Маска неплохая, мне понравилась, отшелушивающая от Kiehl's. Завтракаю, гуляю с собакой, отвечаю на ваши письма, разбираюсь. Потом привожу себя в порядок, и мы с вами едем по делам. Вы не против, я еще тут посижу немножечко в масочке, надо 10 минут не досидеть, пока что поработаю. Потом пойду смою и буду снова красивой для вас. Пока мы сидим на кухне, я вам хочу рассказать. Смотрите, вот сзади меня находится сейчас фотообои. Фотообои, сделанные под фреску. То есть у них такая очень приятная шершавая фактура. Но какая наша была ошибка с мамой? Это дизайн вообще кухни нашей придумывала моя мама. Она хотела прованс. Ошибка. Если вы покупаете такие фотообои насыщенного такого цвета, то вот этот вот цвет стены, который будет как бы рамкой для этих фотообоев, делайте очень светлым и не оттенка обоев. То есть здесь мог быть либо сероватый светлый оттенок, либо белая стена, либо какая-нибудь, может быть, теплый серый, бежевый, но только не сиреневый. Получается перенасыщение цветом. Сиреневый цвет, он, в принципе, холодный, и для жизни он очень тяжелый, то есть вы от него начинаете уставать. А если все стены покрашены сиреневым цветом, то это вообще пиши пропало. Сиреневый может быть как акцентная стена. Простите. Сиреневый может быть как акцентная стена, может быть на фотообоях, так же, как и фиолетовый цвет. Но не красьте в этот цвет все свои стены, иначе вы просто от этого устанете. Если будете заказывать похожие фотообои, то делайте очень приглушенный оттенок, пригодный для жизни. Белый, серый, бежевый. Выбирайте из этих. Вот такая вот маска от Kiehl's. Она с семенами клюквы и куркумой. Но она, конечно, действительно отшелушивает. Исторический момент, когда котопёс вместе. И никто никого не бесит, да? Кузя, тебя ведь не бесит Дарси? Ну, по тебе, собственно, видно, что она тебя не бесит. Дарси, а тебя не бесит Кузя? Нет, ты добрячка. Да Кузя тоже, на самом деле, добрый. Ну, иногда. Да нет, он добрый. Ладно, иногда. Что? Я думаю, не очень. Нет, я думаю, это не очень хорошая идея. Дарси, я красилась зачем? Чтобы собака поела? Ты голодная? Какое у нас сегодня число? 18-е, сегодня мне надо сдать две консультации. Одно я сейчас доделываю, одно я уже сделала. И мне надо сейчас доделать планировку. Так как консультация — это не дизайн-проект, там планировка такая не в деталях, мне не нужно там привлекать чертежник, мне нужно просто понять, как лучше было бы эргономичнее все расставить функционально. И поэтому я просто черчу на листе бумаги с помощью карандаша и обычной масштабной линейки. Я черчу план комнаты и, соответственно, начинаю расставлять мебель. Потом я это все переношу в Photoshop, и просто уже картинку, план из Photoshop я присылаю заказчице. От стены до выключателя 118 сантиметров. Собственно, ширина и длина — это те две величины, которые мне нужны, если в комнате нет никаких выступов, ниш и прочего. Там они есть, но незначительные. Мне сейчас главное просто понять, какая кровать вообще влезет в детскую. Поэтому мы начинаем наш КВН. У собаки с ней какая-то тотальная любовь. Она хочет, чтобы я все внимание свое уделила ей. Вот такая вот у нас узенькая получается комната. Ну, здесь еще, правда, балкон, на котором я планирую расположить рабочую зону. Но комната у нас такая. Нам, представляете, вот здесь 2,55.
Здесь у нас 5.03. Сейчас, Дарсюшечка. Надо как-то поместить, еще и кровать будет в будущем. Размеры. Так, вот, например, у меня там был проект Татьяны из Краснодара. У меня здесь есть папка-консультация. Сначала я собрала вот так же в заметке всю мебель. Вот Татьяна, которая должна пойти в консультацию. Дальше я сделала пример, как будет выглядеть спальное место. Если мы возьмем эти обои, эту кровать, эти подушки и так далее. Далее сделала коллаж на совместимость, как бы посмотреть, как все это вместе смотрится, вот эти вот подушки с этими вазами, с этими обоями. Далее файл такой, где полностью консультация прописана, где вставлены коллажи, где вставлены все ссылки на то, что вы должны купить. То есть это, грубо говоря, у вас получается такая инструкция по применению к вашей комнате. Что вы должны там сделать. Естественно, все советую на протяжении ремонта, потом ко мне можно будет обращаться, просить совета, вопросы задавать. Вот, сейчас я то же самое буду делать со второй консультацией. Вот я уже нашла всю мебель, мне нужно просто сейчас узнать ее размеры, чтобы перенести на план. Отсюда до угла 80 сантиметров. Обожаю крем-мёд. Просто обожаю крем-мёд. Кто-нибудь остановите меня. Я хочу увидеть свет между нами. Я доделала консультацию. Можно теперь ехать за светильниками. Так, эта консультация у нас получилась на 5 страниц. Предыдущая получилась на 4 страницы. Сейчас я отправлю консультацию заказчицам. И, собственно, уже поеду за светильниками. Так, прежде чем ехать на экспострой, хотела с вами поговорить, обсудить. Я, наконец-таки, доредактировала свой сайт, поменяла все расценки, все мы с чертежником обсудили, сколько что кто должен получать. В итоге я поменяла цены на дизайн проекта, поменяла цены на консультации. И у меня часто приходят запросы на дизайн-проект без авторского надзора. А я сейчас в цену дизайн-проекта вложила и авторский надзор. То есть вам не нужно будет, как там, например, у других дизайнеров, платить ежемесячно мне 30 тысяч, чтобы я к вам приехала. У меня это все стоит очень по-божески пока что, потому что я только на начальном этапе своей профессии. Меня многие спрашивают, а можно ли вообще отказаться от авторского надзора и как-то снизить цену. То есть, например, только рабочую документацию. Нет. Мне так неинтересно работать, потому что мне нужно портфолио, мне нужно находиться на стройках, мне нужно вникать во все процессы. Знаете, как в универе было? Сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Вот то же самое сейчас у меня. Мне сейчас хочется находиться на стройках, поэтому я отказываюсь от просто штамповки проектов. Мне это неинтересно. То есть я брала дистанционные проекты, сейчас у меня нет дистанционных проектов. Я доделаю сейчас 2 последних дистанционных проекта, которые у меня в Риге и в Долгопрудном. И все, я от них отказалась, потому что я не присутствую сама на объекте, соответственно, я не набираюсь опыта, соответственно, у меня не будет хорошего портфолио по этим проектам. Просто потому что стройка дистанционных проектов пройдет без моего контроля. Когда у меня есть авторский надзор, я обычно ношу в чертежи какие-то, может быть, правки. То есть мы все проговариваем, если возникают какие-то проблемы, мы там решаем, мы что-то меняем. Вот, и поэтому проект получается. Дистанционным никакого авторского надзора нет, соответственно, я не знаю, как будет проходить стройка, и, соответственно, я не смогу послать потом фотографа мне отснять это для портфолио, потому что что-то пойдет не так, либо заказчики решат купить что-то другое, не то, что я посоветую, мне это уже будет не так все интересно снимать. Как, например, случилось, залетала канарейка, потому что вы про нее спрашиваете, а залетала канарейка, все пошло не по моему плану.
И мне просто уже неинтересно там, например, будет дальше снимать, например, приглашать фотографа для своего портфолио. Ребята захотели сделать плинтуса, который не я советовала. Ребята захотели купить шкаф в ванну, который не я советовала. Ребята захотели купить там мебель другую. Короче, там концепция была в желтой входной двери. В итоге там обычная дверь. И как-то все вот дизайн не склеился. И просто фотографируйте это, показывать ради того, что там плитка, которую я выбрала, и пробковая стена, это неинтересно. Дизайнеров надо найти своих, как гинекологов, поэтому если вы обращаетесь к дизайнерам, то доверяйте им. Если вам дорого, говорите мне, это дорого, дизайнер вам будет искать бюджетные варианты. Вот, но делать просто как бы, если вы пригласили действительно дизайнера на свой проект, делать за его спиной что-то другое, как там подбирать другой ламинат, другой плинтус и так далее, так не прокатывает. Это не интересно ни дизайнеру, и итог будет не тот, который вы хотите, и потом вам покажется, что дизайнер вам сделал не то, просто потому что вы самовольно решили выбрать то или иное. Поэтому да, я теперь беру только полноценные дизайн-проекты с людьми, которые готовы мне доверить весь процесс работы, вплоть до подбора декора. Я уже вижу, куда мне надо. Вон мой шоурум, красиво светим. Идем туда. Вот сейчас такие вот светильники с вами заберем. Только у нас будут серый, белый и розовый. По-моему, очень сильно нравится с этой птицей бра. Еще был такой же подвесной светильник. Не вижу тут его. Вообще очень красивый свет. Красиво светим. В общем, менеджер тут весь день сидел, никого не было. Тут я приехала, и она на обеде. Я сейчас ее сижу, жду. Тоже хочу кушать. Сейчас 5 часов, я последний раз кушала, вот при вас завтракала. Это абсолютно нормальная для меня практика, я могу забыть поесть. Но сейчас я уже хочу, поэтому сейчас пойду кушать. Наши светильники стоят 6 тысяч одна штука, но мы их брали с огромной скидкой. Ну ладно, не хорошо, не такой уж огромный, но все равно со скидкой это выгодно, это приятно. Один плюс работы с дизайнером. Такие вот три светильника будут висеть над столом в Брецеле. Что мне пока что непонятно немножечко. Насчет проводов мне непонятно. Мне немножечко на самом деле странно. Вот красиво светим на сайте, посмотрите. У них к розовому розовый провод, к белому белый провод, к черному черный. И вот серый лежит серым проводом. Вообще, должно было прийти вот такое. Я ждала, что провода будут разные, как и на картинке. Но, как вы видите, я вам показывала, что все пришло на белых проводах. Неважно, серый или розовый, все на белых проводах пришло. На наш дизайн это никак не повлияет, потому что, в принципе, у нас все подходит. Как бы нам все равно, там цветные они были, белые. Ну, правда, у нас все будет хорошо и так, нам все это подходит. Меня просто смущает момент тот, насколько картинка отличается с реальностью, поэтому если у вас есть возможность смотреть это вживую, всегда едете в шоурумы, на рынки, в строймагазины, всегда смотрите все вживую. Мне сейчас менеджер ответила, что вся партия пришла такая, спрашивает, подходит ли вам. Ну, как бы мне, конечно, надо заранее немножечко это спрашивать о том, подходит ли нам, потому что мы планировали немножечко другое. Вот я прислала менеджеру, прислала картинку, как это было, и что вот нам пришли белые провода. Мне она ответила, что вся партия пришла такая, не подходит. Блин, вот началось деревне лето, посмотрите. Ладно, провода белые, как бы с этим мы смиримся, основания разные, я только сейчас заметила. Короче, тема была такая, мы заказывали это до Нового года, розовый у них уже был, а серый и белый нам надо было ждать. И серый и белый они заказывали, это английские светильники. И им пришла партия вот такими вот основаниями новыми. А деревянные это старое основание. Мы заказывали с ними. Я сейчас тоже написала менеджеру, в общем, жду ответа, чтобы нам хотя бы заменили, чтобы все были белые. Потому что, ну, вот так вот вешать как-то не очень.
дизайнер неудачек. Да, на самом деле это, конечно, такая штатная очень ситуация. Такое случается просто очень часто. Сейчас вам к свету повернусь. Такое случается очень часто, и когда на проект приходит что-то, например, не то, не того цвета или другая партия. В общем, да, тут так случилось у меня, что 3 разных основания. Мне нужны все белые теперь, потому что этой партии уже нет деревянной. Это, конечно, пипец, как жалко. Но все белые, ладно, черт с ними, они будут с потолком у нас сочетаться. Ну, в том плане, что они будут незаметно на потолке, и слава богу. Вот, мне сказали, что чашу заменят одну. Они просто от другого светильника возьмут, и чашу мне белую здесь сделают. И все у меня будет одинаковое. Они все сами заменят. Этот вечер не может быть еще интереснее. Смотрите. Новая партия, оказалось, отличается не только проводами и основанием. Чем дальше, тем интереснее. Это дерево не лакированное, такое матовое, а это дерево глянцевое, лакированное. Здесь есть вот эти вот какие-то дырочки, вообще непонятные зачем. А здесь нету. То, что они разной величины, они так и должны быть. Это так по дизайну и задумывалось. Вот, но каких-то таких вот много косяков. Посмотрите, это основание снимается легко, а это вот... С таким вот, как это сказать, такая подложка. И здесь все это закручено. И, короче, если не приглядываться, и если бы я не сказала, по сути, ничего вообще не заметно. Все нормально. То есть, по сути, можно заменить только одно основание, и все будет хорошо. Но я вижу эти мелочи, меня это раздражает. Я сейчас пишу менеджеру. Я сейчас смотрю на эти светильники, у меня появилась одна мысль. Мне вообще менеджер написала, что пока что повесьте то, что есть. Ну, можно, конечно, заменить основание, если хотите, но можем повесить то, что есть пока что, и они нам в апреле сами приедут, сами снимут этот розовый, повесят нам другой розовый из этой же серии. Но я вот думаю сейчас, у нас там кухня небольшая, и просто я так приложила белый и серый, и они и так вдвоем даже хорошо смотрятся. Может быть, нам вообще отказаться, в принципе, от розового, от этого. И ничего не нужно будет ждать, а просто у нас будет висеть 2 света. Я вот сейчас больше склоняюсь к этому варианту. Сейчас подумаю еще на эту тему. Но я думаю, что да, 2 оставить, в принципе, это логичнее было бы по метражу кухни и по сложившейся нашей ситуации. Вот все, что не делается, делается к лучшему. Знаете такую пословицу? Вот моя любимая. Лично мое мнение, что такие ситуации, они специально даются, чтобы ты задумался о том, а нужно ли это вообще. Потому что, ну вот я сильно очень люблю фразу «все, что делается, делается к лучшему». Этот вот розовый как-то вообще, в принципе, никуда и не вписывался. И мы хотели к нему уже потом подбирать какой-нибудь там текстиль, декор и прочее. А может быть и не надо? Может быть вообще от него отказаться? В общем, такие ситуации, они очень сильно помогают разобраться. У меня самые потрясающие заказчики на планете. Я им объяснила ситуацию, сказала, что я считаю, что нужно без розового. И завтра я поеду сдавать розовый светильник, и в итоге мы оставляем только белый и серый. И чтобы все так адекватно реагировали. Просто, Елена, Юрий, огромное вам спасибо за это. Слава богу, заказчики приняли эту идею, я безумно счастлива. Но я, правда, уже выпила таблетку от головы. Короче, сейчас поедем в Икею, потому что нам надо много чего купить для дома. Уже 9 вечера, надеюсь, что мы успеем. Ну и в Икею у меня голова точно пройдет, да, потому что там мне хорошо. В общем, вчера мы так до Икеи не доехали, поэтому я разговариваю. Ну ты можешь зайти. В общем, вчера мы так до Икеи не доехали, но мы сегодня договорились встать рано. Ну... Рано мы, короче, не встали, сейчас уже без 15:10 утра, но мы наконец-таки едем завтракать в Голубку. Это была наша мечта на протяжении, наверное, лет 5, встать в выходной рано и поехать куда-нибудь завтракать, не дома. Такая буржуазная мечта, скажем так. Короче, едем завтракать в Голубку, очень это вкусное кафе, мы там уже были, а потом в Икею, нет, потом не в Икею, потом сдавать светильник в Экспострой. Вот, потому что все-таки приняли решение оставить только белые и серые, и, соответственно, надо розовые сдать. А потом вот такие. Приходишь в кафе, начинаешь сразу же разглядывать плиточку. Смотрите, какая красивая. А вот венские стулья, о которых я говорила в последнем видео. Вот в кафе такие занавесочки, это хорошо. Но дома у себя их не делайте. Oh.
если только у вас стиль кантри и домик какой-нибудь в деревне красивый. Ты ждешь свои куриные колбаски? Смотрите, смотрите. Даже Nike. Виктория. Одну только Т забыли. Слушай, реально, Виктория. А я даже не подумала. Кто будет в Голубке на завтраке? Это божественный напиток. Называется смузи Геркулес. Помните, в одном из видео вам рассказывала о посуде Дудсон или Датсон, по-моему, называется. Датсон, неважно. Короче, об этой посуде. Вот она. Посмотрите, какая красивая. Кто искал хороший кирпич на кухню под лофт? Я просто помню, что мы много с кем об этом разговаривали. Вот неплохой. Называется фактура Nordic. Идеальный камень компании. В общем, друлила я до экспострой, сдала я светильник, приняли нормально, вот, извинились, что такая произошла ситуация, что они не знали, какая придет поставка, но как бы это жизнь, такое случается, просто теперь будем опытнее и будем... Хотя вот понимаете, нельзя вот в этом деле быть опытнее, правда нельзя, потому что есть свет, который ты хочешь заказать, а его надо ждать. И тебе нужно вот конкретно он в твой дизайн-проект. Тебе не нужен тот, который ты приедешь и вот так вот купишь, потому что он не подходит. А тебе нужен конкретно он, как мне нужны были эти светильники, потому что они идеально подходят просто под нашу кухню, брецель. И мне их пришлось ждать, и мне пришлось их заказывать. И в этом проблема. Что это как кот в мешке в плане света. Да, в плане мебели, в плане ткани, в плане много чего так можно сказать, но мне пока что так везло на свет. Вот в каком бы проекте я не заказывала свет по интернет-магазину, даже проверенному, даже который я знаю, все равно такое бывает, такое случается. Поэтому к этому надо просто быть готовым. Обратите внимание, сейчас в Заре последние дни распродажи идут. Интересно, дозатор для мыла вот не обычной такой формы, а кругленький. 1700. Вопрос о том, где можно еще купить ручки для ретро-мебели. Смотрите, какие таксы. Класс. Вот эти тоже красивые. Распродажа ручек. Смотрите, 500 рублей. Такой вот набор. Вот эти вот мне нравятся, такие тяжеленькие. В каком-то видео меня спрашивали, куда девать салфетки на столе. Посмотрите, какая красивая салфетница. Перламутровая. Вот такой свет желтый. Как ты думаешь? Мы тут нашли непонятную как штуку. Как ты думаешь, для чего это может... Я думаю, что это... Как это называется? Грабелька совок. Для... Да, совок для уборки кошачьего туалета. Смешно. Лакшери совок. Хочешь, давай Кузе золотой совок купим. Если вы на пороге покупки маленькой квартиры, не знаете, как здесь все расположить, приходите в Икею. Посмотрите, насколько тогда продумано. Гостиная и спальное место со шкафом. Кстати, обратите внимание, шкаф, тумба, диван, столик, все из разных серий. Это то, о чем я говорила, нельзя комплектовать одной всю серию делать. И место отдыха, и книжные полки, и кухонка. И обязательно еще высота используется. То есть высоту тоже делаются разные ниши, шкафчики, полочки. Коридор. А дверь в цвет шкафа. И ванна очень большая. Это квартира 25 квадратных метров всего. Идея для гардероба. Смотрите, гостиная, диван, телевизор. Заходим. Гардеробная. То есть, если у вас достаточно места в ширину комнаты, то вы можете за своей стеной, где телевизор,
или наоборот с диваном, сделать также гардеробную. Я уже в Инстаграме спрашивала, напишите здесь в комментариях, кто-нибудь занимается сортировкой мусора. И если занимаетесь, то расскажите про то, как вы к этому пришли, что вы делаете, как соблюдаете эко-образ жизни. Выбираем для Дарси и Кузи новые пялочки. У кого домашние животные, не покупайте страшные пялки в Бетховене и прочих зоомагазинах, можно купить просто в Икее обычные пялочки. Отличная замена страшным мискам из Бетховена. Просто прозрачные мисочки на таком подносе. Мне сейчас надо купить белую раму, повесить над кроватью. Я убираю обычные белые, хотела сначала золотые, но поняла, что белый лучше, потому что кровать сама белая, и на синей стене лучше будет смотреться тоже белое. Выбирайте, если берете рамки на стену, как я вам показывала прием, типа завесить всю стену, выбирайте разные углубления и разные паспорту. То есть, например, здесь будет фотография просто без паспорту. А здесь у нас паспорту уже, и здесь другая глубина. То есть это рамки узенькие, это, соответственно, широкая. Господи, какая милая улитка в Икее появилась. Для чего? Просто так. 400 рублей. А вот это реально новенькая в Икее. Смотрите, наш обычный деревянный человечек. Теперь черный и малиновый. Прям такой фуксия. Стоит по-прежнему 500 рублей. Ну, интересно. Это для ленивых, кто не может покрасить деревянного. Хочу огромную тележку. Со мной тут лампа. Вот она стоит. Сейчас ищем... Ну, это консоль. Короче, это обувница в коридор, но мы решили ее использовать просто для шарфов, для перчаток и так далее. Вообще, такой будет мини-комодик узкий. Кажется, я проехала место. Обращайте внимание, если такие вот циферки 1-2, то есть вам надо взять, да, получается, две секции, потому что я об этом не знала лет 5 назад и взяла стеллаж Билли, только стеллаж без дверей, и потом приезжала за дверьми отдельно, уже везла их сама. Короче, не забывайте про это. По-моему, этот влог уже получается очень... большой. Всем хороших рабочих дней будущих. Всем хорошего воскресенья. Поздравляю вас с крещением, кто православный, кто верующий. Спасибо, что провели это время со мной. Всем пока. В общем, решили оставить такие вот два светильника. Они одинаковые, из одной коллекции. Также будут висеть на разных уровнях. Спасибо, Вань. Что бы я без тебя делала? Ваня сегодня мой потолок. Вот, в общем, даже так намного лучше без розового. Да? Да. Я люблю цветы. Мне нравится. Ну что, давай еще раз. А что это такое? Вика, а что это такое? Ты думаешь, для чего это может... Свидание, что ли, пришло? В Икею? С Икеей. Фрикадельки кушать? С Икеей. С Икеей. Ой, смотри. Хочешь спать или гулять? Гулять с тобой пойдем? Гулять с тобой пойдем, моя красавица. Пойдем гулять скоро, моя девочка. Сейчас я позавтракаю, потом ты покушаешь. Мы с тобой пойдем гулять.